87 серия. Отношения Бену и Керем с Керемом зашли в тупик. Последнее средство, она находит в самоубийстве. Прежде чем пожениться, Шахерезад и Эрнгин стараются сблизить друг с другом детей. Каан скучает по Анору. Он против брака с матерью с другим мужчиной. Мурхан с ночи до утра дежурит в больнице в ожидании прихода в себя жены. Долги Аликемаля и Гани оборачиваются для них угрозой. Эда с каждым своим движением оказывается все более зажатой в угол. Бывшую жену Энгина беспокоит существование Шахерезад. Анур не выдерживает тоски от Шахерезад и Каану и совершает неожиданный поступок. 88 серия. Шахерезад и Энгин поверглись в растерянность в приход Анура. Да еще и вместе с Кааном на руках. Любовь мальчика к Ануру ставит Шахерезад в сложное положение. Появление Анура становится причиной серьезных сомнений Энгина. Его бывшая жена Бейза также не в восторге от Шахерезад. Анур думает, что потерял Шахерезад навсегда и исповедуется Бен-Нур. Для Эды, чьи преступления пали в прессу, круг продолжает сжиматься. Пока Фисун радуется, что машина нашлась, для Гани и Аликемаля вовсю звонят колокола в опасности. Керем изо всех сил старается исправить отношения с Бену, настаивающий на том, чтобы разойтись. Эда отваживается на страшный поступок. 89 серия. Эда, готовя собственный конец, сеет вокруг страх и ужас. В приступе паники Шахерезад звонит Ануру, и это ставит перед Энгином проблему доверия. Бену обращается в суд, чтобы начать бракоразводный процесс. Это подвергает Керема в растерянность. Бывшая жена Энгина Бейза пробует другую тактику против их решения жениться. Бурхан и Надине от Каана узнают, что мать его собирается выйти замуж, и это их очень беспокоит. Энгин протягивает кольцо Шахерезад, с которой хочет как можно раньше связать свою жизнь. 90 серия. Решение Шахерезад выйти замуж за Энгина переворачивает всю жизнь Анура с ног на голову. Бену планирует развестись с Керемом и начать новую жизнь, а он пытается заставить ее изменить решение. Несчастье Анура и Керема отражается на их бизнесе. Аликемаль и Гани попадают в тюрьму за воровство. А между тем, жизненно важное решение Бурхана повергает их в шок. Керем, только что узнавший о предстоящем замужестве Шахерезад, делает неожиданный шаг в ее сторону. Решение Керема покинуть холдинг обескураживает Анура. Бен-Нур отправляется в дальний путь, оставил все позади. Шахерезад и Сангином садятся за свадебной церемонии, за стол свадебной церемонии, но в последний момент Шахерезад передумывает выходить замуж за Энгина. На этом заканчивается у нас турецкий сериал «Тысяча и одна ночь». Не забывайте на нас подписываться, ставить свои лайки, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать самое интересное, а также чтобы одними из первых узнать, какой следующий фильм я буду дальше озвучивать. Всех люблю и до новых встреч!